кусочек, монолог, который произносит сегодняшний исполнитель Арбенина Марков. Она умрет. Жить вместе с нею долей я не могу. Жить розно? Решено, она умрет. Я прежней твердой воли не изменю. Ей, видно, суждено в отсвете лет погибнуть. Быть любимой, таким, как я, злодеем, и любить другого? Это ясно. Как же можно жить ей после этого? Ты, Бог незримый, но Бог всевидящий, возьми ее, возьми, как свой залог тебе ее вручаю. Прости ее, благослови, но я не Бог и не прощаю. Лет 10 я вступал еще на похлеще разврата. Раз в ночь одну я все до капли проиграл. Тогда я знал уж цену злата, но цену жизни я не знал. Я был в отчаянии. Ушел и яду купил. И воротился вновь к игорному столу. В груди кипела кровь. В одной руке держал я лимонаду, стакан, в другой четверку пик. Последний рубль в кармане дожидался с заветным порошком. Риск, право, был велик. Но счастье вынесло, и в час я отыгрался. С тех пор хранил я этот порошок. Среди волнений жизни трудный, как талисман, таинственный и чудный, хранил на черный день. И день